Всем привет! И я извиняюсь за смену фона. В спальне у нас кто-то решил с соседей, видимо, повесить 10 тысяч полок и пользуется перфоратором уже где-то с 9 до вот 4. Я лично не могу себе позволить откладывать съемки, поэтому пришлось мне сегодня снимать на балконе. Совсем недавно я запостила видео о разборе своей косметики. Я очень благодарна всем за теплые слова и поддержку, но было несколько комментариев в духе: почему у тебя так много косметики с Китая, она же опасная, некачественная, не пигментированная, и вообще, как этим можно пользоваться? Конечно, я не могу ее сравнивать с косметикой, например, Dior, я ей просто не пользовалась. По финансовым причинам, скажем так. Я сегодня не хочу ничего доказывать, портить себе и всем настроение. Пускай это сделает сегодняшнее видео. Оно будет доказательством того, что в Китае иногда бывает качественная косметика. Как раз к этому случаю буквально вчера мне пришел очень интересный наборчик косметики с Китая. Мне кажется, это какая-то презентация нового бренда. Называется он Beauty Big Bang. И здесь у нас есть вот такие вот неимоверно красивые тени. Вот таких оттенков у меня еще ни разу не было. Прям руки чешутся. Также будем играться их контурирующей палеткой. И, конечно, у нас в комплекте тушь и помада для губ. Посмотрим, удастся ли мне сегодня сделать красивый макияж с помощью дешманской китайской косметики. Ну что, давайте начнем, конечно же, с макияжа глаз, так как я уже сделала себе тон и оформила брови. Так как у нас в планах сегодня яркие цвета, нам обязательно нужна база под тени. Я, как всегда, использую Color Tattoo от Maybelline. Я уже знаю, какой макияж хочу сделать. Поэтому без раздумий беру вот такой вот красивый цвет бургунди, слегка даже коричневатый, да, какой-то. Набираю его на растушевочную пушистую кисть, убираю остатки и хочу им пройтись по складке. Лучше понемножечку наносить цвет, потому что я понимаю, что хочется сразу сделать пятно, а потом его растушевать. Я тоже так раньше делала, но на самом деле более плавный переход и более правильная растушевка получается, если наносить цвет как бы слоями, да? Постепенно добавляя интенсивности. Сейчас выглядит очень болезненно, я знаю. Теперь возьму все тот же оттенок, но смешаю его уже с коричневым. Кстати, тени практически не сыпятся. Наношу цвет прям у внешнего уголка, как бы рисуя овал. Сейчас к нам просятся локи, но как только я открываю дверь, он куда-то убегает. Я не знаю, что за фишка у всех котов такая. Теперь нам нужно растушевать этот цвет в кожу. Возьму вот этот оранжевый оттенок и новую чистую кисть. Совсем немножко наберу его, убираю остатки, конечно, и растушевываю по границе цвета, чтобы переход в кожу был максимально мягким. Где-то вот так, наверное, оставим. Теперь возьмем маленькую кисть, наберем того же бордового оттенка совсем немножко и пройдемся по нижнему веку. Как всегда, по линии роста ресниц. Это у нас получится такой немножечко американский макияж. Он очень круто смотрится на девушках с карими глазами. А вот, собственно, и локи там на фоне у меня. Эй, грызет мои лампочки. Вот почему я не хочу его пускать, потому что он вечно все портит. Ты хочешь быть в кадре, Локи? Не грызи, придется выгонять нарушителя порядка тут. Теперь возьму вот такой вот сияющий жемчужный оттенок с лиловым подтоном. Очень прям красивый цвет. Набираю его на плоскую кисть. Смотрите, цвет вообще не сыпется, хотя шиммер. Наношу его на центр подвижного века, вот такими вот прикладывающими движениями. Ой, как хорошо переносится. О, ну посмотрите на это кота, это невозможно. Очень красивый такой сияющий холодный оттенок. И это автоматически мой любимый цвет в этой палетке. Причем, заметьте, кисть я не смачивала водой, никакими фиксаторами макияжа. Он даже на сухой кисти просто отлично перенесся на века. Теперь, чтобы не тратить ваше время, я быстренько прорисую черные стрелки и, наверное, добавлю ресниц. И вот такие вот ресницы мне удалось нарисовать тушью, которая идет у нас в наборе. Кисточка оказалась очень даже удобной. Она силиконовая, с разной длиной щетинок, но мне понравилось, как она работает на моих глазах, например. Да? Здесь как бы можно остановиться, но я, пожалуй, добавлю очень легеньких накладных ресниц.
Как раз вот такие вот красотки пришли мне с AliExpress. Сейчас мы их и попробуем. И вот такой вот макияж глаз у нас получился. Довольно такой вечерний, насыщенный. Конечно, это не вариант на каждый день, а скорее такой для фоточек. Единственное, мне здесь не хватает очень сильно контура. Уж слишком я бледная на фоне этих темных глаз. Для этого я, конечно же, возьму продукт с набора Beauty Big Ben. Это их палетка, которая называется Highlight and Contouring. Вот такая вот зеркальце. Скошенной кистью сначала сделаем себе контур. Даже скорее это бронзер, я не назову это контурирующим продуктом. Но пусть будет загар. Продукт насыщенный, поэтому лучше берите совсем по капелюшке. Теперь возьму совсем капельку румян. Здесь они особо не нужны, но почему-то мне хочется проверить, что это такое. Ну, я прям не знаю, я не вижу пигмент. Ну что, давайте попробуем их хайлайтер, вот такой вот золотой. Ох, как он хорошо ложится по рефиле, гляньте. Идеально прям. Ой, какой красивый. Ой, класс, как красиво переливается. Я всегда получаю удовольствие от хайлайтера. Ну что, у нас остаются губы. И для них у меня есть нюдовая вот такая вот помада в оттенке Milkshake от той же фирмы. Пахнет Red Bull'ом. Эх, это матовая помада. Цвет, в общем-то, неплохой, но она очень сильно полосит. На нижней губе я еле-еле получила однородное покрытие. Наверное, цвет хорош, но, скажем, не для моего цвета кожи. Я добавлю все-таки немножко блеска. Мне кажется, с матовыми губами уж как-то совсем уныленько. Вот так, по-моему, намного лучше. Ну что, мы закончили с макияжем. Конечно, это чересчур, я с вами абсолютно согласна. Ну, боже мой, на то и нужна яркая косметика, чтобы пробовать на себе разнообразные образы, в том числе даже те, которые вы увидели в Инстаграме или просто в интернете. На этом все. Надеюсь, это видео было вам интересным или полезным. Если это так, не забывайте поставить пальчик вверх внизу, мне будет очень-очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны, а я вас всех целую.